Представляем вашему вниманию видеокарту MSI Radeon HD7870. Данная видеокарта имеет разблокированный BIOS. Все блокировки для экстремального разгона снимаются одним кликом. Цифровой контроллер SHIM, стабильное и точное управление напряжением с помощью цифрового сигнала. Данная видеокарта имеет повышенную мощность для максимального эффекта разгона. В комплект входит инструкция пользователя, диск с программным обеспечением, кабеля для подсоединения питания, переходник с мини-дисплейпорт на дисплейпорт, переходник DVI VGA, а также дополнительные коннекторы. Также данная видеокарта имеет дополнительный модуль на обратной стороне графического процессора для стабилизации разгона, которая гарантирует пятикратное повышение мощности и понижение электрических шумов. Технология очистки от пыли в системе охлаждения Twin Frozer 4 гарантирует наилучшие условия для охлаждения, а двухблочный радиатор для улучшенного рассеивания тепла и упрочнения конструкции. Интерфейс подключения PCI-Express 3.0. Объем памяти составляет 2 ГБ. Частота памяти 4800 МГц, а частота ядра 1100 МГц. Тип системы охлаждения активная, которая имеет один радиатор и два вентилятора. Разрядность шины памяти составляет 256 бит. Максимально поддерживаемое разрешение 2560 на 1600. Также поддержка DirectX 11 и OpenGL 4.2. Данная видеокарта имеет один DVI выход, один HDMI и два мини-дисплейпорт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.